Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 13 по 20 апреля. Ну что, поехали! Первое, на что стоит обратить внимание, это распродажа гиперкаров. Весь Форзафон будут действовать скидки 30% на все эти автомобили. Ну а мы переходим к испытаниям. И за первое испытание можно получить 35 тысяч кредитов. Чтобы его выполнить, вам потребуется продемонстрировать технику прогрев шин 30 раз. Но чтобы выполнить эту технику, вам нужно какое-то время удерживать колеса в пробуксовке. Проще всего это сделать, стартуя с ручника. За второе испытание можно получить 55 тысяч кредитов. Для его выполнения вам потребуется выбрать 3 любые уличные гонки. Ну а условием будет просто завершить их. Для следующего испытания вам понадобится выбрать полицейский радар, а также любой автомобиль категории гиперкар. Ну а для выполнения испытания вам понадобится набрать 3 звезды. Ну а я выбрал полицейский радар на востоке Байрона. Ну а приз за последнее испытание — это Jaguar F-Type с бонусом на опыт. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить новый Форзафон, который стартует 20 апреля. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий!